Организатор у нас мама, конечно. Я больше по работе. Вот мама организовывает у нас и распорядок дня. Ну, я стараюсь помогать. Мы сами по себе люди глубоко верующие. Самое дорогое, что дается человеку, я думаю, на этой земле, это жизнь Богом. Ну, мы решили следовать, сколько Бог как бы определил для нас детей. Столько мы примем. А вот от Тверской области чувствуется помощь. И вот школьную форму. Мы воспользовались покупкой автомобиля. Эта награда для меня не просто награда. Дело в том, что у нас в роду мама моя и тетя работали медицинскими работниками. И они работали во время войны, и после, и до. И, вы понимаете, для меня это не просто награда. Я считаю, что это награда, и я ее посвящаю вот именно моим родственникам. Специальных навыков у меня никаких не было. Абсолютно. Я действовала по интуиции.